Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Испанский скульптор Эвариста Маркес Контрерас. Родился Хуан Гальера 3 февраля 1929 года в небольшой деревне в Севилье. Был первым сыном Эвариста Маркеса Фернандеса и Либрады Контрерас Алонсо. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Испанию, в провинцию Уэльва. Там он посещал начальную школу. В средней школе он получил сертификат специалиста по бухгалтерскому учету и сертификат о специализации в горном деле. После окончания школы пошел работать слугой в местный совет, одновременно поступив в университет, где получил степень бакалавра изящных искусств. В 1973 году получил первую премию в области скульптуры за выставку «Конец курса 1972/73», присужденную Государственным управлением изящных искусств. Я цитирую Википедию. В 1174 году переехал в Севилью, чтобы работать учителем рисования в разных средних школах. В том же году получил первую премию на выставке «Аттонии. Осенняя выставка» за свою работу «Шахтер». Получил почетное упоминание за свой портрет «Леди из Итуральды» и очень престижную национальную премию благодаря его скульптуре «Шахтер». В том же году городской совет поручил ему разработать новый скульптурный проект на ту же тему. Эвариста Маркес создал 5 миниатюрных репродукций «Эль Минера» из черной бронзы, которые позже подарил королю Хуану Карлосу I. В 1981 году получил награду на 19-й выставке «Аттонию» за дело своей жизни. В 1987 году на выставке «Аттонию» он выставил бронзовый бюст ребенка. 4 года спустя он защитил докторскую диссертацию о скульптурных работах на факультете изящных искусств Севильского университета. Умер 24 января 1996 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о испанском скульпторе Эвариста Маркес Контрерас. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.